Наступил очередной день Альчума. От того, как мы проведем этот благословенный день и чем его наполним, во многом зависят будни предстоящей недели. Главным днем недели является пятница, а главным органом нашего тела – сердце. Сердце – это место, где постоянно происходят изменения. Наши желания и чувства могут сменять друг друга молниеносно. В долю секунды человек может испытать много разных эмоций. Радость сменяется грустью, надежда – разочарованием, а также меняются стремления, намерения и мысли. Сообщается, что Абу Абдуллах ан-Нуман бин Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело, и поистине этим кусочком является сердце». Насколько мы часто задумываемся о чистоте и праведности наших сердец. Всевышний отличил нас от многих других своих творений тем, что наделил нас разумом, способностью отличать истину от заблуждений, мыслить и рассуждать. И, конечно же, бесценную роль в этом играет сердце. Именно в нем зарождаются стремления. Наши сердца – это место веры, смирения, любви, место убеждений, намерений, желаний и различных влечений. Поэтому важно произносить мольбу, с которой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обращался ко Всевышнему. «О, изменяющий состояние сердец, укрепи сердце мое в твоей религии». Человек должен быть внимателен к тому, что происходит в его сердце, и постоянно обращаться к Господу с мольбой. О том, что Всевышний управляет сердцами людей, говорится в одном из аятов священного Корана. «Знайте, что Аллах между человеком и его сердцем может помешать человеку добиться того, что он желает, и что вы будете собраны к нему. Да укрепит и очистит Всевышний наши сердца посредством искренней веры. Да убережет он нас от совершения грехов. Аминь. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и его благословения». Московский исламский колледж теологии и права приглашает слушателей на обучение в медресе в новом учебном году. Дни открытых дверей пройдут 4 и 5 сентября 2021 года. Все желающие смогут посетить учебное заведение, познакомиться с преподавателями и подробнее ознакомиться с образовательной программой. Мы искренне ждем вас и будем рады знакомству. Подробности можно узнать по ссылке в описании.